Ну что ж, вот и настал этот день наконец-то. Сегодня мы будем отмечать символическое открытие новой мастерской. Даже не знаю, что и говорить. Так много всего произошло за эти всего лишь навсего 3 месяца. Много было сделано работы. Ну сейчас попробуем отдохнуть, отметить это все дело. Хочу познакомить вас с Жекой. Женя Спринтер. Так его знает еще на форуме ножек, мой друг. Ша, не дерись. Теперь мы будем работать вместе с Жекой. Знаем друг друга уже довольно-таки прилично, лет 5, наверное, даже кому. На ножевой сходке мы познакомились, вот здесь и так. Начали по чуть-чуть общаться. Потом начали общаться поплотнее. Сотрудничать попробовали даже вместе. И вот так вот плавно и пришла к нам в голову идея создать общую мастерскую. Вместе вроде получается делать нечто большее, чем делали раньше. Ну вот мяско жарится уже, скоро будет готово. Наши жены будут держать пароход. Что еще у ножевых мастеров может быть? Не ленточка же красная, у нас будет красный пароход. Резать мы будем ножами. Ну дайте кто-то хоть обратный отсчет какой-то или что. Давайте все вместе. 3, запечатайте. 2, 1. Что, на ребенка бросит или что? Давай, заходите. Давай, готов. Ну все, сейчас всех снимем. Всех снимаем. Вот это, а мы здесь лампы повесим, и будет освещение какое-то. Это санузел у нас происходит. А это дед наш. А это дед Федя. Это наследство. Это вам написали на фанерке. Это на фанерке написано. Это я у деда Феди в мастерской. Немножко приучился к работе руками. Ну что ж, вот отпраздновали мы свое символическое открытие нашей новой с Жекой Спринтером мастерской. Я сейчас уже приехал на другой день. Сейчас уже спокойно, никого нет. Да и праздник-то, в принципе, у нас был символический. Почему? Потому что нельзя сказать, что эта мастерская на 100% полностью готова. Она еще будет развиваться, эволюционировать. Здесь еще необходимо, видите, пустые полочки есть, все внутри, вот в этих шкафах, все разложить на свои места. Это только в работе будет понятно, где будет удобно расположить ту или иную вещь. Вот. Собственно говоря, мы и отметили как бы тот период, ту границу, за которой уже можно начинать работу. То есть, когда мастерская вышла на то состояние, что в ней можно что-то делать, и я сейчас буду начинать разгребать завалы, очереди. Очередь была еще и до тех пор, как я прекратил работу, а за те 3 месяца, что создавалась эта мастерская, очередь выросла, вот, и удлинилась еще больше, поэтому сейчас я... Вот даже ноутбук сегодня с дома сюда принес. Буду выписывать все заказы, связываться с людьми, уточнять актуальность этих заказов и каким-то образом наводить порядок в своей голове, и в мастерской, и в заказах. То есть никакого празднования там с размахом не было, просто тихо по-домашнему посидели наши жены, наши родители, да и все, в принципе, больше никого не было. Вот. Будем начинать уже работать. Вот, что-то делать, творить, трудиться. Сейчас в этой спокойной обстановке я хочу, коротенько, конечно, но более подробно показать, что удалось за это время сделать, чего удалось достичь, наши новые станки, старые станки, как все расположилось, мебель, да и вообще внутреннее пространство мастерской, что она из себя представляет. Все мы здесь сделали собственными руками. Значит, помещение мое, это в принципе у меня дома мастерская находится. У нас даже есть свои удобства отдельные. То есть, это мастерская полностью независимая от основного дома. Мешать мы не должны шумом в семье.
необходимо было сделать, значит, полы, потолок, стены. Тут просто штукатурка, покрашенная водоэмульсионкой. Видите, вот еще проводка, тут необходимо будет дополнительное освещение навешать. Выключатель уже есть. Вот, то есть проводка, розетки, вот там вот автоматы стоят. Необходимо было сделать новый ввод, внутренний счетчик, чтобы понимать, сколько отдельно мастерская на себя забирает по электроэнергии. Вот, это из таких основных вещей. Отопление. Значит, тут вот газовое отопление, двухконтурный котел. Мы для него даже сделали вот такой вот защитный чехол, чтобы он рядом с гриндерами стоит, чтобы на него какие-то брызги, стружка не летела. Вот так тут табло, тут можно все себе настроить, посмотреть. Так что у нас даже будет горячая вода здесь в мастерской. Вот. Санузел я уже показывал. Кстати, ну, насчет санузла. Вот тут здесь санузел мы выгородили. Вот такой вот потолочек тут сделали. Вот это помещение отгораживали тоже самостоятельно. Раньше-то это был один объем. Вот здесь вот один объем это был вместе с основной мастерской. То есть это у нас санузел-раздевалка. Вот тут ширма отгораживает. Такой вот простенький советский шкаф. Вот здесь у нас отделение. Это мое. Вот здесь, ну, тут особо показывать нечего. Мое, это Жекино. Вот справа здесь у меня, видите, пока что штатив пихнули сюда. Вот эту вот ширму можно вот убрать, повесить вот таким вот образом. Ширма вообще нужна для чего? Ну, если мы тут как бы очень сильно заработаемся и надо будет принять душ, вот Джек, к примеру, до дома добираться-то необходимо как-то. То есть ширмой закрываешь шкафчик, принимаешь себе спокойно душ. Здесь еще крепление для душа навешаем. То есть тут вот водичка у нас идет, холодная, горячая. Вот, это душик, это наш санузел был. Вот так он выглядит снаружи. Двери тоже, кстати, вот все делали сами. То есть это никакая не покупная дверь, это все делалось самостоятельно. Все по-простому, как бы, но функционально, без какой-то отделки, без какого-то там финиша. Обыкновенно самый простой, самый дешевый материал, там МДФ. Все, брус 50-й и поехали. Сверху, видите, мы как отгородили, как такие полки, типа антресоли. Для того, чтобы там накапливать остатки материала, там фанера, ДСП, МДФ, какие-то обрезки, чтобы это все не валялось по углам мастерской, а было как-то систематизировано. Вот, одна уже полка заполнена. Вот, это еще полка свободная, будем ее забивать. Потолок, тоже потолок мы делали сами, я сейчас сюда подгружу фотографии. Тут были просто плиты перекрытия, тут дом как бы двухэтажный. От второго этажа это бывшее подсобное помещение отгораживали плиты перекрытия. Там вот в этом месте опалубка проходила еще, которая засохла вместе с бетоном. Вот это все некрасиво. Мы 15-20 сантиметров отступили от поверхности потолка, сделали каркас, нашили МДФ, облагородили это все, вывели вот такое вот простенькое освещение. Это LED-лампочки, чтобы сильно много у нас энергии не жрало. То есть 4 лампочки по 15 ватт они берут. Вот. И эквивалентная каждая из них 150 ватт обычной лампе накаливания. В принципе, вот освещение абсолютно нормальное. Тем более, что еще будет возле каждого станка дополнительная лампочка какая-то. То есть станочный свет установлен. Я считаю, что этого вполне нам будет достаточно. Итак, ну что, пойдем дальше, что здесь, вот, новый гриндер от Андрея Ермоленко. Андрюха, спасибо тебе большое, ссылку на канал Андрея Ермоленко, он делает неплохие гриндера, я дам в описании к видео, он помог с этим гриндерком, вот, сделал мне очень большую скидку, он вообще позвонил, когда увидел мое видео, то, что я снимал «Прощай, мастерская детского стрелкового клуба», там, где я еще был в такой небольшой растерянности. Вот, с пониманием того, что мне сейчас необходимо будет менять место работы, еще ничего не подготовлено. Он мне позвонил, говорит: «Анзор, можешь на меня рассчитывать?» Я сам в такой ситуации был, перебирался с одной мастерской в другую. Вот, и мне тоже помогли товарищи, я тоже тебе хочу чем-то помочь, что я могу сделать? Я говорю: «Ну, у нас вот нужен второй гриндер, мы будем вместе работать с Жекой». Свой вот такой же самый старичок, он вынужден оставить дома, потому что он ему тоже необходим, его сарайчики. Вот, Андрей говорит: «Хорошо, хоть у меня сейчас и очередь на 15 гриндеров». Вот, есть один экспериментальный вариант, если хочешь, я могу тебе его просто по себестоимости, как бы, вот, по-дружески доделать, и будет у тебя гриндер. С моими кое-какими небольшими просьбами
Вот, он завершил все это дело. Отдельные обзоры по всем станкам, если вас будет интересовать гриндер, токарный станок, вот этот сверлильный станок FDB машина Drilling 25, пишите в комментариях, я все буду делать. Сейчас просто вкратце, в общем, покажу, что еще из себя представляет, как бы глубоко эту тему копать не буду. Но скажу, что гриндером я доволен, кое-что еще я под себя доделал, переделал. Вот, машина просто зверь, конечно. По сравнению с этим моим старичком, это, ну, небо и земля. Просто небо и земля. Гриндер сейчас еще пока не подключен. Я в очередной раз отправил свой частотник на ремонт, к сожалению. Поэтому вот от кнопки PNVS я пока запитал старичка своего, а новый ждет, пока вернется частотник с ремонта. Когда я уже буду делать обзор детально по этому гриндеру, я уже его и включу и покажу, что к чему. Почему именно такие формы, да, вот эта плоская насадка очень необычно здесь сделан опорный стол, да, подручник. Вот я сейчас все это постараюсь показать. Вот смотрите, да, вот здесь вот это вот место, он очень близко расположен, видите, вот щелочка небольшая к плоской насадке. Вот, все это я расскажу, покажу, вот, пока, если вкратце, то вот. Вот так вот выглядит этот гриндерок. Видите, как здесь ригель проходит, под него идет подставка, под него идет карман, монтаж сборной. Основной корпус из трех плит, верхняя, нижняя, середина. Вот я сейчас покажу это. Вот тут он стыкуется. Вот. И снизу он, видите, вот такая стыковка здесь идет. Там, где сборной монтаж идет внахлёст, плита из 12 мм. Вот, там получается толщина 24. Гриндер очень жесткий, работает гораздо тише, чем этот малыш. Вот, и гораздо более производительный, конечно же. Он поворотный, сделан поворотный механизм. Абсолютно я им доволен. Вот, были сначала сомнения, выдержит ли такую тяжелую конструкцию этот поворотный механизм. Круто работает, никаких вибраций, ничего. Зря я переживал. Так как здесь движок с чугунным корпусом, жесткость у этого гриндера абсолютно меня устраивает. Мой старичок, вот мой старичок, гриндерок, который до сих пор в строю, я еще думаю, очень долго прослужит, потому что я его планирую модернизировать. Вот планирую сделать вот точно такой же, вот видите, как здесь опорный стол, весь вот этот механизм. Вот это уже моих рук дело, вот этот вот механизм. Ну, собственно говоря, это крепление с карманом, вот, и ригеля, вот так состыкованы. Вот Андрея, классная идея была. Вот, дело в том, что я раньше обращал внимание, начали сейчас ребята делать вот такие Г-образные ригеля под опорный стол и сшивают их внахлёст просто так сверху на два винта М6. Мне это не совсем нравилось, кроме того, и по эргономике вопрос это у меня вызывает, когда один квадрат 25 на другой просто сверху пришит. Он придумал вот такое цанговое крепление, квадрат перетачивается на круг, все становится в одной плоскости идеально, и даже появляется еще одна возможность регулировки вот тут вот. Классная штука. Такую же я планирую сделать штукендию и для своего малыша. Вот, преобразовать его немного, сделать его получше. Вот. Какая вообще общая концепция мастерской? Вот смотрите, слева у нас два гриндера. Вот там маленькое точило. Сюда еще будет добавляться большое точило. Вот на тот вот стол еще кое-какие грязные станки. Слева вот здесь станки пыльные, грязные. На максимальном удалении от них стоит токарный и сверлильный, чтобы на них как можно меньше летело абразивной пыли, стружки и так далее. Стружка от этих станков металлорежущих, она не опасная, то есть она крупная, она веником смел и все. А вот эти вот гриндера дают мелкую пыль, которая оседает на все предметы в мастерской. И для таких станков она губительна. Потому что если абразив попадает между трущимися частями, они получают и более интенсивную выработку, вот, чем это положено. Поэтому мы токарный, вот там вот видите, вот на стульчике два чехольчика, токарный и сверлильный, мы, когда работаем на гриндерах, в чехлы одеваем. Кроме того, вот здесь почему два вот этих гриндера на отдельных столах стоят, чтобы промежуток был между ними. Мы здесь планируем установить, вот так на себя этот щит перенесется туда, планируем вот здесь установить на стену стружка-пылесос, который будет обслуживать эти два гриндера, возможно, еще и точило. Понравилась система от фирмы Дело Мастер, стационарный пылесос называется. Я позвонил, пообщался, посмотрел обзоры, увидел у Саши Святого мастерской, Сережа стоит от этой же фирмы пылесос, они довольны.
накоплю деньжат немножко, вот, и с Жекой купим вот такой пылесос, сюда его поставим, что-то будем организовывать. Может, пока что временно купим только циклон с емкостью, приладим его через другой какой-то обычный пылесос. Ну, будем смотреть, что будет получаться по деньгам. То есть тут эти гриндера на разных столах, на отдельных столах, потому что посередине планируется поставить, вот здесь станет бункер, циклон, сверху фильтр тонкой очистки, привод, то есть вот эта вся, вот до трубы станет вся конструкция, там она больше 2 метров, вот, насколько я на фирму Деломастер звонил, уже уточнял, приценивался, что необходимо, как это сделать, вот так это будет выглядеть. Поэтому будет стружка-пылесос, будет система аспирации, пыли должно быть поменьше. Вот, что тут дальше? Тут такие ящички, сюда складываем обрезки всякой древесины и листовой, и вот таких вот брусочков. Там внизу ящик с древесиной уже рабочий для рукояток, более дорогой древесины. Стол. Столы, кстати, вот этот стол. Вот этот большой стол у нас, кстати, да, есть столы. Вот это тяжелый стол мы называем, вот это большой стол мы называем. Вот этот большой стол, вот этот стол и вот тот вот стол для чистовых работ мы делали абсолютно самостоятельно своими руками, просто из материала, из фанеры, из МТФ, из ДСП. Вот. Единственное, что вот для большого стола базой послужило 2 огромные советские тумбы. Вот. То есть тут вот этот стол, который стоит посередине, он вообще это универсальная вещь. Я даже не знаю, как я раньше без него работал. Ты и Жека говорит то же самое. Во-первых, к нему есть подход с 4 сторон. Во-вторых, со всех 4 сторон есть бортики, за которые струбцины можно зацепить обрабатываемый материал. В-третьих, очень большая поверхность этого стола, 1,5 на 1,5 метра. Вот. Расстелить какую-то кожу, и какой-то объемный материал, чтобы поделить его на куски, всегда не хватало для этого места. Приходилось расстилать на пол, там еще что-то подкладывать и так далее. Сейчас эта проблема ушла. Потом, помимо того, что это стол, да, вот здесь есть еще и отделение шухлядки. Вот. Шухлядки. Кроме того, вот здесь вот с этой стороны и с той противоположной стороны можно сесть на табуретку. Видите, здесь вот плечо сделано, есть куда ноги поставить. Кроме того, что здесь можно просто присесть на табуретку и работать, что-то делать, как бы 2 рабочих места с одной стороны и с другой. Здесь мы еще организовали вот такую вешалку для лент. С этой стороны ленты, которые ближе к гриндерам, идут рабочие, которые в ходу уже. С этой стороны как бы склад, новая лента. Вот это новая лента, которая ожидает, вот, ожидает выполнения работы, как говорится. Вот, то есть мы сшили 2 эти тумбы на одно основание, сделали деревянный поддон и поставили на это все сверху 10-ю фанеру, вот, под низом, вот, слой ДСП, все довольно прочно, надежно. Мы этим столом пользовались, когда вот все вот это делали, вот эти листы подгоняли друг к другу, все мы это крепили на вот этот вот большой стол, резали циркулярками ручными, рубанками. Вот, и он нам очень сильно пригодился, и когда отгораживали санузел полностью, вот это все, когда даже делали другие столы, мы все равно пользовались этим. Классная штука, очень нравится. Значит, сами вот эти вот столы, как они устроены, да и вот эти тоже столы, вот смотрите, вроде такая конструкция, да, всего 2 ножки, но он стоит просто, вот я его даже пошатать не могу. Мы на анкера прибиваем к стене, прикручиваем, вернее, брус, сверху на саморезы плиту, вот, и ножки тоже прикручиваются к полу. Если делать стационарные рабочие столы по такому принципу, это лучше из того, что можно вообще придумать для мастерской. Раньше у меня был вот стол, вот это фанера, между прочим, от него, от того стола, но там как я делал, там у меня был уже каркас, то есть советский стол металлический, даже несмотря на то, что он был металлический, он раскачивался, поэтому у меня на нем стоял гриндер, было неудобно работать. Я уже там и косынки нашивал, и усиливал, и дополнительные ленты, и саморезы, и винты, и болты. Я уже его усилил как угодно, все равно он был живой. То есть на нем, на тесочках, когда работаешь, он начинал раскачку. Вот эти же столы, ну просто монументально. Тоже ножки вот там вот прибиты к полу. Сейчас я это постараюсь показать. Вот так через уголок ножки прибиты к полу. Вот, а снизу, внутри, ну это внутри надо посмотреть, то есть тоже там вот так вот нашивается брус сплошной, вот так по всей длине. И вот саморезами столешник брусу, а брус на анкерах стен. То есть, короче, вот такая вот система, это
Это дешево, это надежно, это практично. Вот, и очень-очень круто. Что из себя представляет этот стол? Сверху фанера 18. Мы сделали еще вот такие вот ящики самостоятельные, то есть ДСП и НДФ. Потом идут, вот видите, две перегородки вот так стоят. И снизу еще плита ДСП. Поэтому здесь идет столешня, три ящичка. Вот. И брусы здесь. На 70-м брусе ножки собраны, но я пришел к выводу, что и 50-го тоже достаточно, поэтому вот эти столы мы уже делали по такому же принципу, но из 50-го бруса. Вот. Так что вот такие вот рабочие столы, то есть в принципе, здесь, если самому все это сделать, обходится стол недорого рабочий. Самое дорогое это купить фанеру или ДСП лист. Вот. Ну это сколько? Ну 300 гривен лист, его на два стола спокойно хватает. Вот, и мелочи, там брус там по 20 гривен штука стоит, все, дальше только саморезы и собственная работа. И получается офигенный стол. А даже если покупать бэушные на OLX какие-то столы, а потом их доделывать, это все равно обходится дороже, и это будет не то. Поэтому мебель мы тоже делали самостоятельно, и ну, вот, получили тот результат, вот, который в принципе и планировался, которого хотели добиться. Это вот этот столик, и второй столик. Сделан по такому же принципу, только верхняя плита из МДФ. Единственное, что МДФ надо обязательно покрывать лаком, потому что оно начинает впитывать всякую грязюку, как в принципе и фанеру тоже. Яхтенный лак идет и два слоя, и все отлично. Никакая вода, никакая краска уже не впитывается, у него просто стер тряпочкой, если что-то пролил, и все чисто и красиво. Здесь немножко другой подход, другая концепция. Здесь мы ящики разделили на три отделения. Смотрите, вот... Вот так эти ящики выглядят. Это вообще для чего придумано? Здесь у нас будет размещаться уже заказы, которые идут в работе. Это на фиксиды, то есть у тебя есть заказ, да, положил бумажку сюда с пометками и сразу накапливаешь там клинок, материалы рукояти, проставки, детали, все, что у тебя по этому проекту есть, ты кидаешь в этот ящик с бумажкой. Раз, два, три ящика таких. Здесь идет 4, 5, 6. Тут уже видите, кое-какие работы лежат. И вот этот ящик крайний, он подскладней. Вот, он подскладней. Ну, тут пока вот лежат ножички канцелярские. То есть тут еще 6 отделений подскладней. И поменьше. То есть вот такая концепция вот этого и того стола. Идем дальше. Какие еще столы есть? Я уже как-то рассказывал про подобный стол в моей старой мастерской, там, где в Одесском стрелковом клубе я работал. Тяжелый стол. Это, конечно, очень-очень важная вещь для осуществления каких-то тяжелых работ. Рихтовка, клепка и так далее. Сборка, подгонка. Все, что делается с помощью молотка, кувалды, большой ножовки, болгарки. Все происходит на этом столе. Чем он хорош? Значит, тут вот видите, какая толщина. Я уже как-то показывал. Вот это вот чугун. Вот смотрите, если сюда вот так вот заглянуть. Здесь сантиметров 7, наверное, чугуна. То есть этот стол весит около 300 килограмм. Кроме того, что тут большая чугунная, она фрезерована, эта плита. Она, конечно, с забоинами уже, но база общая, база есть, плоскость. Внутри этого стола тоже есть отделение. Я вот тут вот немножко наклеил виброизоляцию, потому что слишком сильно гремели эти жестяные двери. Сюда тоже мы поделали два дополнительных ящичка, вот один, вот второй, потому что этот стол нам пришел без них. Вот. Вот, что представляет из себя этот стол? Он крепится тоже на анкера, вот мы просверлили ножки, на здоровые анкера прибили к полу и прикрутили. Кроме того, нашили вот такую планку, вот, пришили тоже ее болтами к самой столешне, то есть вот так насквозь, через уголок, и оттуда гайка с шайбой. И вот на раз, два, три, четыре уголка к стене. То есть два самореза здесь, два самореза к планке и один дюбель в стену идет. В общем, стоит этот стол монументально. Помимо того, что он сам по себе 300 килограмм весит, он еще и по периметру пришит и зафиксирован, как это только можно, со всех сторон. Кроме того, здесь еще на этом столе, почему он нам так важен, вот установлены большие ГОСТовские советские тиски. Вот. Вот, видите, надпись тут. У Жеки эти тиски валялись в сарае у отца. С ними какая была проблема? Тут был заводской литейный брак.
Но эта же проблема была и большим плюсом этих тисков. То есть их как изготовили, поставили на завод, там их распаковали, посмотрели, что они с литейным браком. И все, этими тисками никто не пользовался. То есть гайка и винт в идеальнейшем состоянии. Все, что необходимо было сделать, это все наплывы литейного брака убрать болгаркой, зашкурить, зачистить, покрасить. Вот. Есть еще один нюанс. Тут вот смотрите, если снять алюминиевые накладки с губок, видите, губки стоят немножко вот так вот, под уклоном. Такой тоже литейный брак здесь присутствует, но это не страшно, потому что смыкаются эти губы все равно очень-очень плотно. То есть, видите, без щелей. И зажимают эти тиски превосходно. Поэтому мы решили их оставить. Я их полностью все перебрал. Все, что необходимо было поремонтировать, поремонтировал. Заменил все болты, гайки. Немножко подогнал губы, посадку, покрасил. И вот такой вот получился, как я уже говорил ранее, получился сердитый шмель, потому что когда дошло дело до покраски, смотрим, какая у нас есть краска. Есть там белая, серая, черная, оранжевая. Ну, как-то белые, серые тиски, ну, такие какие-то унылые цвета. Я говорю, слушай, вот предлагаю, давай в черно-оранжевый, и так и будем оформлять какие-то акценты в мастерской. Черно-оранжевый. Жека говорит, да, идея офигенная, супер, нравится, подхватываю. Вот и гриндер мы, когда у Андрюхи заказали, он говорит, в какой цвет красить? Я говорю, давай в черно-оранжевый. Вот, и получился у нас гриндерок тоже черно-оранжевый. Вот я даже токарный начал перебирать. Те детали, которые я разбирал, вот, которые требовали покраски, я уже начал черно-оранжевый оформлять. Прикольное сочетание, у меня даже вон телефон такого же сочетания цветов. Мне очень нравится, смотрится красиво. Вот. Поэтому шмель-то почему? Потому что черно-оранжевая расцветка, вот, большие тиски, плюс еще почему сердитый, да, вот этот наклон губ. Вот, ну, немного ассоциируется у меня с вот этим вот всем, поэтому это вот такой символ нашей мастерской, может быть, сердитый шмель вот такой вот огромный. Как они нам уже эти помогли, эти тиски во время ремонта, да и вместе с этим столом. Это даже, как говорится, не в сказке сказать, не пером описать. Вот. Большие брусы длинные мы в них зажимали, большие уголки, профиль, все резали, в общем, работа вся с болгаркой, клепка там, подгонка на вот этом столе, это было нечто. Вот. Что, про вот этот столик я уже приблизительно рассказал. Единственное, что про его концепцию расскажу, что это для работы с кожей, для пошива ножен, для каких-то чистовых работ. Вот, возможно, заточка здесь будет какая-то осуществляться. Я уже попробовал немножко нашей Жекой ножички подточил. У меня здесь все очень удобно. Такие стенды сделали для инструмента. Вот, все еще будет навешиваться, все еще много там вот в ящиках, вот, снизу вот ящики, вот, вот, раз, два, три, вот, четыре, кожа все еще разложена, еще пока порядок не навели, я еще вот, видите, даже пылюку внутри этого ящика не успел поубирать, все, торопились, 3 месяца, день в день, без выходных. Задерживались иногда до 10, до 3 часов ночи даже иногда было здесь. Сидели Жека, все это делали. Вот. Накопилась усталость, но вместе с этой усталостью и удовлетворение тем, что получается. Тем, что получается. Мне здесь приятно даже находиться внутри этой мастерской. Сказать про ножовочки. Он нашел вот такую вот советскую ножовку на барахолке. Вот обратите внимание, ее толщина. Вот, порядка 5 миллиметров или 4 миллиметров рамка. Классная вещь, я очень люблю работать ручной ножовкой. Вот, когда она нормальная, это получается очень неплохо. Купил, ну, вот очень удачно, купил ножовку вместе с полотном советским за 50 гривен. Вот, а потом на OLX нашел объявление, там где продавал человек нульцу. Вот, абсолютно новая ножовка, ни разу не пользованная. Она даже в заводской упаковке мне пришла. Новая советская точно такая же ножовочка. Смотрите. Она еще даже работы не видела. Пару раз я ей деревяшку какую-то отрезал. Она полностью в заводском комплекте. Вот это исполнение с гайкой. Для нее вот идет родной ключик. Я купил 2 ножовки. Одна с ключиком, вторая с барашком. Вот. И Жека, когда ее увидел, говорит, Анзор, давай делиться. Вот. И одну из этих ножовок он забрал себе домой. Тоже ему очень понравилась такая вещь. Когда он попробовал ей поработать, это, конечно, песня. В остальном все стандартно, как бы ничего такого там особенного. Вот это прикольная приспособа для того, чтобы размечать центр, вот на кругляке каком-то отбивать центр. То есть вот видите, как ручка сделана здесь на этих тисках. Это мы уже дорабатывали, тут ерунда была полнейшая.
надо было зацентроваться, просверлить отверстие, нарезать резьбу и закрутить винты шайбами. Вот. Диаметр порядка 22 мм здесь вот этого кругляка. И так как он длинный, он в токарный станок вот, ближе к кулачкам не помещается, потому что тут проходное отверстие в шпинделе не позволяет это сделать. И необходимо размечать центр кругляка отдельно как-то. И вот ты берешь, ну сейчас какой-то кругляк возьму. То есть ты вот кругляк упираешь вот сюда, видите, и линия, вот по которой проходит эта линейка, она проходит через центр. Провел чертилкой так, перевернул под 90 градусов, провел еще раз, и у тебя на кругляке точное место, где можно делать кернение. Накернил, и так как в токарный станок эта деталь не помещалась, я ее зажал в сверлильный станок, просверлил, нарезал резьбу, получилось... Вот такая вот ручка. Нашли вот такую по этому китайскую приспособленную. Случайно на староконке увидели. Вот в комплекте там. Она что-то недорого стоила, 130 гривен. Пришлось ее, конечно, самостоятельно доработать. Вот эту вот вещь. Выставить все четко. Вот, поэтому, ну, как бы ничего больше особенного здесь нет. Тут немножко другого инструмента развесили. Это, возможно, все еще это перекочует. Мы струбцины, к примеру, планируем вот туда для более тяжелой работы переместить. Здесь будет инструментик такой по коже висеть, все еще с ящиков достанется. Бурмашиночка вот наша, Фаридом. Классная бурмашинка. Я уже работал на такой в прошлой мастерской, поэтому купили Жеке точно такую же. Отличная вещь. Здесь вот в чемодане мы накапливаем уже кое-какие насадки сюда. Что здесь из необычного? Сами сделали под нее стоечку. Потому что китайское фуфло раскладное. Сейчас покажу. Вот такое телескопическое раскладное крепление. Ну, настоящее фуфло. Чисто фуфло, если вы где-то на Алиэкспрессе или Бангуде увидите, что оно продается, не покупайте. То есть мы здесь все выставили. Она складывается, она ничего не держит, она гнется, вибрирует. Короче, делается все проще и дешевле. Берется стяжка на 14, либо на 16, покупается. Вот здесь через шайбы и гайки зажимается к столу, делается отверстие. Вот здесь делается вынос из дюрали, два болта, где застревает сама бормашинка. Можно таким образом все регулировать высоту, можно регулировать расположение этой бормашинки. Офигенно, очень удобно. Так, ну что дальше? Вот эти вот полочки могу показать. Здесь есть в стенах две ниши, и в них мы решили расположить вот такие вот полочки. Решили таким образом полезно использовать это пространство. Вот здесь вот внизу оставили место для того, чтобы генератор расположить. А дальше вот такими вот ячейками заполнили всю эту нишу. Раньше это была дверь, проход в основное жилое помещение. Сейчас там застроилась, получается, стена в один кирпич, потом идет слой пенопласта, потом идет слой газобетона. Звукоизоляция очень хорошая, мы проверяли, поэтому, в принципе, даже если мы будем задерживаться допоздна на работе, особо мешать домочадцам не будем. Полочки сделаны из МДФа, система какая тоже. Нашивается брус на стенку, на забивные дюбеля, и саморезами это все крепится. То есть вот брус сзади, два бруса впереди. Перегородки из ДСП тоже на саморезы сверлится отверстие, потом делается пота, 25-й саморезы сверху снизу. За счет того, что эти полки имеют очень много точек крепления, вот видите, снизу здесь подпора нет. А на самом деле, вот если ее потрогать, она ну, вообще стоит монументально. У нее нет даже намека на какие-то там вот раскачивания, вибрации и так далее. То есть ее грузить можно как положено. Кстати, на этой полке у нас уже достаточно ручного инструмента накопилось. Вот здесь полочка для клея. В этой коробке вот пишутся петли. Я там всякую требуху от мебели разложил. Это коробка от дрели, как вы видите. Вот там всякие уголки, ножки, колесики. Это все, что нам было необходимо, когда мы делали мебель для этой мастерской. Здесь на этой полочке у меня горелка. Вот такая вот маленькая ручная, типа зажигалочка-горелочка. Вот эта горелочка чуть-чуть побольше, дешевенькая, вот с газом. Коробка с всякими бутылочками. Здесь паяльник вот в этой коробке. Здесь коробки дюбели, гвозди. Вот здесь саморезы. Тут маленькие, нержавейка вся лежит. Там болтики, гаечки, шайбочки. Здесь тоже коробки с саморезами. Вот болты, шайбы, гайки. Но здесь еще будет все это забиваться, пространство. Есть, вот видите, свободные полки. Необходимо все еще разложить по своим местам. Пока этого не сделано. Вот тут вот у нас угол, мы сюда длинномеры, всякие материалы ложим, и железо, и пластик. Вот алюминий, вот, который идет, и на бланки для заточки, на всякие приспособы. Уголки, там деревяшки длинненькие.
всякая ерунда. Вот это кусок здоровый красного дерева. Там пальма еще какая-то. Здесь просто такое подкладки под сверлилку. Там, допустим, еще сверлить. Вот с ними. На этой полке, что у нас тут? Малярка. Вот здесь шуруповертик стоит. Тут все для травления в этом мешочке. Мешочек я, кстати, делал много лет назад. Сам, видите, тут замочек из патрона 308 калибра. Патрон был не стрелянный. Капсуль я деактивировал самостоятельно. Просто высыпал порох, цокнул гвоздиком капсуль. То есть патрон не стрелянный остался. Барнаульского, кстати, патронного завода. Патрон 308 калибра. Вот здесь вот под складни. Тут все прибамбасы. Вот видите, вот тут вот такая вот интересная вещь у меня лежит. Вот хочу ее отдельно показать. Якорь из нержавейки. Ну, с одной стороны, к чему бы вы скажете, я показывал здесь якорь, зачем он здесь мне в мастерской вообще нужен? Ну, может быть, с одной стороны, как символ того, что в этом помещении я надолго уже бросил якорь, да, я останусь здесь. Вот, потому что помещение все-таки мое, и вряд ли я отсюда просто так куда-то денусь. А с другой стороны, хочу вам показать эту вещь, потому что оставил ее здесь один очень хороший человек, зовут его Александр. Александр, передаю привет. Был у нас в гостях Александр. Проживает в Испании, работает токарем, вот, и мы с ним начали общаться благодаря моему каналу в Ютубе, списались, он заинтересовался финками, которые я делаю, заказал даже одну, и когда был в Одессе, вот, мы с ним созвонились по вайберу, встретились, вот тут вот мастерской еще, когда была здесь разруха, ремонт только, и он привез вот такое изделие, похвастался, чем он занимается, его хобби, да, вот, изготовлением вот таких вот якорей, тут все точеное на токарном станке, так как я уже говорил, человек работает токарем в Испании. Вот, все точеное и зафиксировано это на аргонную сварку. Вот это для катера небольшой якорек. Он мне оставил просто, говорит, на память, если когда-то может. Пусть он у тебя просто, говорит, здесь в мастерской висит. Но на самом деле такое положительное впечатление оставил после себя этот человек, что я решил рассказать о нем, вот, показать то, что он делает. Возможно, если кто-то заинтересуется, пожалуйста, я, может быть, или в описании к этому видео оставлю какие-то контакты, или пишите мне на почту, я обязательно вас состыкую, если кому-то что-то подобное нужно. Он меня абсолютно об этом не просил, но просто вот, мне очень понравилось общаться с этим открытым, добрым человеком, и хочу сделать хоть что-то для него приятное. Если будут пользоваться спросом подобные вещи, если кому-то нужны такие вот вещи, он делает и побольше, там, для яхт, не только для катеров, классные там штуки такие. Вот, обращайтесь, если кому-то надо, пожалуйста. Так, дальше я покажу вот это вот место, где стоит токарный станок. Вот тут вот рядом ящик, всякий материал тут, тут квадрат разный кованый, здесь немножко кругличка. Листовой материал, как вы видите, тут постепенно в этом ящичке металл накапливается. Металла у нас и материала еще не так много. Вот здесь вот вы видите стружечка, это стружечка с титана. Пробовал сегодня обрабатывать титан. Вот. Буду пробовать делать фурнитуру для финки из титана. И вот навершие необходимо выполнить из этого материала. Что ж, в принципе, вот этот китайский отрезной резчик справился, отрезал титановую болванку диаметром, по-моему, 40 или 45 миллиметров. Отрезал, осталось немножко 10 миллиметров, я ее уже допилил ножовкой. Итак, вот здесь расположили мы вот такую вот полку с ЖЭКой, сбили ее тоже полностью из МДФ, и низ и верх тут из МДФ и бока. Закрепили ее по верху и закрепили ее по низу. Тут у меня резцы. Здесь штанги, измерительный микрометр, индикатор, тут кое-какие, вот это, кстати, подарок от Александра, вот он нам навез кучу всяких сверел, фрез, большое ему спасибо, очень было приятно получить у него в подарок, абсолютно безвозмездно, вот такие вещи. Вот, всякая оснастка, литература, то есть основы токарного дела, там справочник слесаря, вот. Здесь у меня отдельно лежит, вот посмотрите, сейчас покажу, что я использовал для того, чтобы заменить старые фитили. Это вот такая вот хлопчатобумажная бельевая веревка. Подходит идеально. В отверстие входит, как будто бы она делалась под эти фитили. Вот я покажу. Ну, маркировку какую-то, вдруг, если кто-то будет интересоваться, покупать. Купил я ее на базаре стройматериалов у нас тут на рынке на Малиновского. Обошлась мне она, по-моему, моток вот это 30 гривен. Я думаю, мне на эти фитили на всю жизнь, наверное, хватит этой веревки. Вот, пока запакую ее назад в пакетик, положу здесь.
Дальше запитан, тут у меня розеточка выведена, заземленная отдельно под токарник. Вот. И освещение, вот смотрите, освещение тут организовано от самого токарного станка. Вот сюда провод заходит, и здесь есть вот такой вот выключатель. Шлеп его, шлепнул, и вот эта лампочка загорелась. Тут у меня все прикреплено на забивные саморезы к стенке, и здесь еще такой вот крючок, потому что с таким вылетом все равно эта лампа немного здесь дрожала, вибрировала, держалась она здесь не очень надежно, поэтому я решил ее зафиксировать вот так. Отлично, отлично все освещает, рабочее пространство, работает очень удобно. Много еще, конечно, работ на этом токарном станке не сделал, но несколько полезных вещей уже для мастерской на 100% готовы. То есть токарный уже приносит пользу. Еще не успели запустить мастерскую, а он уже переделал кучу работы. Вот. Ну, я про токарные видео кое-какие снимал, добавить, наверное, тут нечего. Вот так выглядит сверлильный станок. Сверлильный станок FDB Machinen Drilling 25. Чего 25? Потому что максимальный диаметр сверления, который по паспорту может осуществлять этот станок, 25 мм. Хотя вот этот вот огромный патрон, которым комплектуется этот станок, он рассчитан на сверло 20 мм. Но имеется в виду, что если заправить сюда сверло через конус Морзе, вот такое вот сверло, вот такого плана. Вот есть вот такие вот сверла. Здесь конус Морзе 2, а вообще здесь в пеноле расположен конус Морзе 3. То есть, ну, я сюда сверло через переходник вставляю, те сверла, которые мне под конус Морзе 2. Но если купить под конус Морзе 3, даже можно без переходника. То есть можно ставить сюда сверло через конус Морзе 25 и спокойно сверлить на штатной скорости. Минимальная скорость здесь, по-моему, то ли 240 оборотов, то ли 280, что-то такое. Но этот станочек уже выполнил тоже очень много работ. Тут резюмировать могу кратко так, что в принципе я качеством этого станка очень сильно доволен, учитывая его стоимость. Обошелся этот станок мне 8000, по-моему, 300 гривен, он мне обошелся, с условием того, что компания его бесплатно доставила в Одессу до основного отделения. То есть я подъехал на машине, он в такой большой коробке пришел, мы вдвоем Жека погрузили в багажник и собрали уже здесь мастерской. Что можно сказать? Одним словом, это, ну, это недорогой китайский станок, но если к нему немножко приложить руки и перебрать его, затянуть где надо винты и гайки, где надо подмазать масло, где надо положить шайбочку, вот, и все просмотреть, то он очень даже неплохо работает. Много здесь железа, вот смотрите, какой столик монументальный, смотрите. Вот такой вот здесь столик с пазами, как по типу, как на фрезерном станке. Вот. У него приличное количество, 12 передач. Сейчас я покажу, вот здесь вот внутри шкивы. Вот. Три шкива. Сейчас он настроен на минимальную скорость. Вот, минимальная скорость здесь А4, 280 оборотов. Вот, он настроен, это для сверления сверлами большого диаметра, там больше 10 мм, металл. Вот. Переоборудовать его пришлось. Они из двух вариантов, адаптированные под работу от сети 220, вот, и адаптированные под работу от сети 380. Дело в том, что когда я покупал этот станок, заказывал его, вообще было огромное желание купить модель высшую в линейке Drilling 32, она в два раза дороже. Вот, мы собрали на это деньги, но ее просто не оказалось в наличии тогда, когда мы были готовы сделать заказ. И сложная ситуация была в том, что даже и вот этих Drilling 25 практически уже не осталось. И все, что было на складе, это были с движками для работы от 380. Я заказал этот в надежде на то, что его можно будет очень просто запустить от емкости, просто с кнопки PNVS. Но здесь вот движок не универсальный 220-380, а тупо 380. Из него выходит всего лишь 3 контакта. Вот из контактной группы, там внутри, если эту коробочку раскрутить, всего лишь 3 контакта выходило, плюс клемма для заземления. Поэтому для того, чтобы все это дело подключить, мне пришлось его колоть, то есть снимать крышку, распрессовывать подшипник, отвозить электрику. Он там искал еще 3 дополнительных контакта, выводил. И только после этого его получилось подключить от емкости и использовать вот это родное посадочное место. Поставил кнопку PNVS уже сюда сам самостоятельно. То есть я вот тут вот. Вот тут вот была родная кнопка, я здесь вытащил переходник. Вот, и поставил его сюда.
Конечно, в идеале будет запустить этот станочек в будущем от частотника и регулировать обороты, то есть уходить еще в более пониженные для сверления большими диаметрами. Но смотрим, будет ли на это возможность, будет ли такая необходимость. Пока его с головой хватает. Вот, диапазон от 280 до 2400 оборотов, это более чем достаточно. В основном станок очень крепкий, сбитый. В чем его как бы прикол еще вот этого стола? Вот если отпустить вот этот маховик, как бы, да, стол, ну, понятное дело, он может регулироваться вот так по высоте, вниз-вверх. Этот стол можно ставить на край, это мне уже не раз пригодилось. Отпуская вот этот вот стопор, стол можно вращать вокруг своей оси. И я как вот недавно делал, мне... Ну, вот этот кронштейн я делал самостоятельно. И для того, чтобы сделать точную посадку под вот эти три резьбы, мне надо было стянуть эти две детали между собой струбциной и точить их заодно. И со струбциной, естественно, в тисках или вот здесь просто на столе это все не помещалось. Я поставил на край, зафиксировал это к столу и вот так вот консольно, вот здесь вот я сверлил. То есть сверло проходило на ребро, я этот стол вот так вот развернул, перпендикулярно сверлу, вот, зафиксировал, и место, где зажимала струбцина, оно у меня уходило вниз, и я спокойно просверлился, то есть вот эти регулировки, они очень важны. Еще здесь что можно, вот тут вот видите, есть шкала, и можно вот этот вот стол, нагибать на нужное тебе количество градусов, вот так вправо-влево. Вот тут вот огромный болт, правда под него не идет ключ. Вот, вот этот ключ мне пришлось выточить из рожкового самостоятельного. Вот такую спецоснастку такую сделать для того, чтобы его крутить. Вот. Уже я его, кстати, откручивал для чего? Для того, чтобы выступить в нули. Не верьте ни одной китайской настройке, ни одной китайской шкале. Вот, вот этот указатель и вообще все указатели, которые здесь стояли с завода, я их поснимал. И самостоятельно уже кернил, видите, такие точки в нулевых местах, там, где это показывал электронный угломер и уровень, и лекальный угольник. Все это дело перемерялось. То есть, вот эта вот шкала выставлена была неправильно. Вот эта вот шкала выставлена была неправильно. Протягивал все шкивы. Ну, в общем, отдельный обзор по этому станку можно сделать очень длительный. Рассказывать про него долго, что и как делалось. Если будет кому-то интересно, я уже об этом говорил, пишите в комментариях, скажу. Так, вкратце. Конечно, если руки есть и понимание того, как это должно работать, можно брать, потому что за эти деньги ничего более лучшего, по крайней мере, на мой взгляд, ну, нового купить невозможно. Так вообще, если к нему приложить руки, настроить, подмазать, подкрутить, подвинтить где надо, станок очень неплохой. Вот, по крайней мере, со своими задачами справляется. И вот этот стол, который... И вот так настраивается, и влево-вправо, и вокруг своей оси, и вверх-вниз, это ну просто золото, я не знаю. Тисочки, промо, по-моему, SPV-75, тоже я ими недоволен, потому что мне пришлось убить пару дней, чтобы довести их до нормального состояния. Сейчас, как вы видите, вот они абсолютно хорошо закрываются, тут все вот эти пропилы завода, которые... предусмотрены, все работают, но это все я уже делал самостоятельно. Вот эти пропилы были криво относительно друг друга, вот на этой губе так, на разной глубине. Вот эти вот пропилы для фиксации цилиндрических предметов вообще были невнятные. Все люфтило, все дрожало, мне их полностью пришлось разобрать, сделать по-человечески и собрать заново. Поэтому, если у вас нет достаточного опыта и приличного парка станков, эти тиски я тоже не рекомендую как бы покупать, потому что с ними могут быть проблемы. По-моему, они называются Promo SVP-75 или SPV-75. В общем, они умеренные по цене, там порядка 700-800 гривен стоят. Но, скажу я вам честно, лучше добавить деньги и за 1500 купить там хотя бы какой-то гроз уже тиски, чем покупать вот это. В таком состоянии, как я их уже сделал, они работают более-менее удовлетворительно. Но если вы не готовы возиться и не знаете, как это делать, вот, то мой вам совет, не следует экономить там, где это невыгодно, и не покупать ерунды. Здесь вот за сверлильным станочком вот у нас, видите, подоконничек, где расположились разнообразные сверла. Вот это сверло по бегитовой, по бетону. Вот здесь в этой баночке сверла
под конус Морзе. Здесь обыкновенные сверла. Это набор с шагом от 1 до 10, шагом 0,5 мм. Здесь балеринка и головка для керамики алмазная. Тут сверла разнобойного размера, то есть там под резьбы, то есть такие с десятами. То есть надо мерить, смотреть. Здесь еще вот такой вот наборчик есть. Ну, тут принадлежности для болгарки еще здесь стоят. Сейчас расскажу, почему. Что касается еще сверлильного станка, вот так мы организовали тут. Вот для него разнообразную оснастку. Вот на этот шкаф вот нашили бруски. И что здесь часто необходимо? Вот для вот таких вот болтов, на которые крепится. Вот, вот эти болты тоже самостоятельно делались. Вот видите, наваривалась с этой стороны шайба, потом заодно обтачивалась. Чтобы сделать именно нужного размера, не смог я подобрать вот болты с квадратными гайками, такие, как сюда необходимо именно. Для того, чтобы эти болты четко сюда подходили по размеру, вот, мне пришлось их делать самостоятельно. И проблема еще в том, что паз позволяет поставить болт более широкий, но проблема в другом. Тиски уже не позволили бы. К примеру, здесь, по-моему, 12-е болты я использовал, а 14-й болт с 14-й гайкой уже не становится на эти тиски. Поэтому мне пришлось изготовить вот эти вот болты конкретно под конфигурацию, чтобы состыковать эти тиски с этим столом. Будут другие тиски, ну, возможно, получится купить готовые болты, которые уже сюда подойдут с квадратной шляпой. Здесь вороток для тисков, естественно, штангель-циркуль отдельный, два ключа под разные патроны. Вот видите, у меня разные патроны здесь стоят. Под вот этот большой вот этот патрон, под 20-е сверло, ну я не знаю, тут ключ, конечно, но это просто что-то такое, вот огромное, я не знаю, вот смотрите, его когда вставляешь, он даже сам тут и держится, его придерживать не надо. Вот его, я не знаю, сравните, с чем его сравнить даже. Вот с обычным ключом от стандартного патрона. Вот смотрите. Вот этот вот здоровый ключ, а там на заднем плане обычный ключ. Очень огромный, такой в руку берешь, чувствуется прямо. Но затягивает, конечно, патрон неплохо. Ах да, что еще нужно сказать. Менял оправку, переходник для этого патрона. Здесь переходник конус Морзе 3 на B22. То есть B22 это конус, который входит в патрон. Конус Морзе 3 это тот конус, который входит в саму пиноль. Почему его менял? Потому что родной китайский переходник был с биением. То есть реально по этому поиску смотришь и прямо биение. Немного поменял настройки станка. То есть я запрял сюда другое сверло и поставил максимальную передачу. Хочу сейчас включить этот станок и продемонстрировать, как он работает. Говорил я про оправку, да, что родную оправку поменял, потому что на ней было биение. Сейчас я вам ее покажу, вот я ее нашел, достал. Итак, вот родная оправка, переходник конус Морзе 3 на B22. Сейчас постараюсь показать ее поближе. Ну вот видите, какое качество у нее. Вроде как конуса шлифованные, все нормально. Но на самом деле здесь даже видны кое в каких местах забоины. Сейчас их вот, видите, вот здесь вот даже забоинка есть. В общем, родная оправка не очень качественная от этого станка, и она портит все впечатление от него. Поэтому я заказал другую, обошлась мне она, по-моему, порядка 120 гривен. Тоже китайская, но уже более-менее нормальная, качеством получше, по крайней мере, биение уменьшились заметно. И сейчас я включу станок, чтобы продемонстрировать, как он работает. Вот тут длинненькое сверло, чтобы это было виднее. Итак, включаю. Максимальные обороты тут 2400, ну, порядка этой цифры, вот, оборотов в минуту. Конечно же, я не буду утверждать, что это там какой-то высокоточный станок. И даже не буду говорить, что он офигенный. Нет, это простой рабочий станок. У него есть биение, но он мне подходит именно потому, что для изготовления ножей, той точности, которую он дает, вполне достаточно. Тут гораздо более важны жесткость и настройки вот этого стола. А эти параметры у этого станка на том уровне, который меня устраивает. Итак, практически все я уже показал, прошелся по кругу мастерской. Последнее, что мне осталось,
показать это, ну, вот этот вот уголок, да, вот входная дверь. Я пошел вот так вот по часовой стрелке, прошелся. И вот этот вот уголок, тут у нас стоит старенький советский холодильничек, скоро, наверное, выбросим его уже в мусор, этот холодильник, или заменим его на новый, или вообще здесь холодильника у нас не будет, в общем, подумаем. Вот, хотел показать вот эту вещь, кратенько о ней, я уже в этом сюжете упоминал. Это портрет моего деда по линии матери, звали его Федор Емельянович. Собственно говоря, именно в его мастерской я и впитал любовь к работе руками. Он знакомил меня с азами слесарного дела, я ему за это очень благодарен. И честно вам скажу, наше общение протекало очень легко, потому что мне самому это было всегда очень интересно. Я не знаю даже почему, у меня в детстве, то есть я еще был совсем, ну, совсем маленький, там 4-5 лет, вот, я пропадал в мастерской, просто я сидел, мог просто сидеть и смотреть, как он делает те или иные вещи, а поучиться было у него чему, он, в принципе, был плотником. В деревне, в которой они раньше жили, это село Вильшенко Савранского района, он работал в тракторной бригаде, вот, и за токарным станком стоял. Также, помимо всего прочего, он занимался ремонтом памятников. В общем, был на селе такой на все руки мастер, если можно так сказать. А потом переехали в город. Вот, это уже когда моя мама была еще маленькая. Вот. А я уже родился здесь, в городе Одесса. И какое-то время посчастливилось мне, когда я вырастал, вот, жить и общаться вместе с ним. Благодаря ему за те хорошие вещи, которым он меня научил. Еще очень сильно хочу поблагодарить всех, кто помогал и поддерживал меня в период моего вот этого переезда. Ребята из YouTube-сообщества. Большое спасибо, Коля Эльпаса приезжал к нам в гости, я сейчас даже фотку найду, сюда вставлю, подарил вот такой вот замечательный штангель-циркуль, мы им уже пользуемся. Коль, спасибо, штангель-циркуль пользу приносит. Ренат Паку, огромное спасибо, как-то по моей просьбе он выслал мне в подарок вот такие алмазные сегменты, вот это для того, чтобы править круги отточила, но я нашел еще одно отличное свойство. Этой штукой еще можно немного подправлять керамическую ленту. Вот, то есть, когда она у тебя подсела, берешь вот здесь, где лента провисает, очень мягенькая, без нажима, проводишь вот таким образом. То есть, не таким вот, а вот таким вот образом. Пару раз проводишь по ленте, и после этого зерно у ленты обновляется, и грызть она начинает с новой силой. Так что, вот такую вот вещь я заметил, хочу этой вещью со всеми поделиться. Хочу очень сильно поблагодарить Серегу с моей прошлой работы за то, что он с профилем для потолка помог, из которого мы каркас сделали. Серый, большое тебе спасибо. Еще хочу сказать большое спасибо одному из своих клиентов, Саше. Саша, огромное тебе спасибо за то, что подогнал вот такой вот сверлильный станочек и приведу его в порядок. Адаптирую, наверное, под какие-то небольшие сверла. Вот тут даже патрончик уже готовый стоит. Возможно, мы его даже поставим здесь и ставим туда сверло 1.5 мм. И он у нас будет только для того, чтобы прошивать отверстия в коже, чтобы сшивать ножны. И, естественно, большое-большое спасибо всем тем, кто оставался со мной в этот период времени, помогал и чем-то поддерживал. Ну что ж, а на этом я, наверное, буду с вами прощаться и заканчивать это видео. Всех благодарю за просмотр, если вдруг кто эту эпопею досмотрел до самого конца. А уж если кому было это чем-то интересно или полезно, то я благодарен вам вдвойне. Всем пока, конец связи, до встречи в следующих видео.